Вот это да. Кто бы мог подумать, что это будет еще один слуга цилиндра. Приветище, кстати. Заходим в справочник. Гляди, вот они, эти существа. Вот всех, кого мы отсканировали, тут даже есть агрессивность, это круто. Лизашар не такой агрессивный, а вот это языкохватик. Теперь мы знаем, как его зовут. И они средней стадии агрессивности. Значит, где-то здесь у нас должен... Вот он, объединитель, наконец-то. Объединитель. Представляет собой огромный биомеханизм, напоминающий вирус бактериофаг. Изначально слепой, но может захватывать свидетеля и использовать его как орган зрения. Его слух также позволяет ему засекать цели. Катушка в нижней части этого существа — опасное оружие, постоянно создающее выбросы электроэнергии, способные быстро разрушить органику. Это существо забирается на организмы поменьше, которые планируют уничтожить, а его ноги, к тому же, работают как проводники. Таким образом, при встрече с крупным противником, область действия энергетических лучей расширяется. Что ж, теперь понятно, что все существа, они в отдельной вкладке. Будем знать. Вот это вот можно за... О-о-о, жопастик! Я, кстати, вижу, как на него кто-то прикрепился. Вон, видишь? Механизм тоже у него. Сидит такой маленький жучок. Негодяй. А чё, если я попробую пульнуть водой в него? Так, кто у нас там пулятель-то хороший? У кого? Вот, ты. Ты хороший пулятель. Иди сюда, давай попробуем сбить. Ну-ка. Есть! Как знал! Это же механизм электрический. Соответственно, можно их помочить, и они сдохнуть. Сдохнуть. Подожди, я тебе помогу. Я твой доктор Айболит. Я выручу тебя. Не убегай так далеко. Сейчас помогу. Тихонечко. Как вовремя я достал этот хобот, который надаль лупит. Все, помогли тебе. Тихо. Блин, ну чё ты? Я тебе помог, а ты за мной бегаешь. Ребята, бежим. Не попадайтесь ему в пасть. Негодяй какой. Я ему помог, он не сожрать захотел. Где грибочечки? Грибочечки хоть... А, вот, смотри. Вот он, этот механизм. Могу ли я его засосать? Не могу. Ладно, пойдем вон тому чуваку поможем. Чувачочек, иди сюда. Иди сюда. Сейчас я тебя полью. Есть, готов. Все, луч исчез. В принципе, если на него не нападать, он не такой агрессивный. Следующие чуваки. Блин, тут их много на самом-то деле. Чуваки. Осталось еще три чувака. Один чувачок где-то находится прям очень далеко. А, он к Стелле прикреплен. Все, я вижу, что он к Стелле. И еще два. Один вон там вот. Вот он летает. Сейчас не знаю, получится ли сбить его, нет? Где у тебя эта фигня? Так, он сейчас будет на нас падать. А надо, кстати, чтобы он упал. На самом-то деле... А, вот они на щупальцах, я увидел. Ребята, щемитесь. Заливайте его. Заливайте. Ну, блин. Хобот с фильтром. В смысле? А, он когда падает, он же яд выпускает, точно. Поэтому у нас и хобот. Оп. Вот это заливаем. Есть, готово. Готово. С них камни вылетают. Вон оно что. Мы когда этих роботов сбиваем, с них вот эти камни с глазами вылетают. Ясно. Где еще, значит, его подопечные? Вон он. Эй, жопастик. С какой сторонки ты мне покажи? Так, ребят, бежим. Вон он, прямо на спине. Сейчас доберусь. Давай. Ну же, готов. Ну что, я вроде со всеми разобрался, хотя нет, не со всеми. Последний остался. Едем за последним. Эй, чувачок, стой, не кипишуй. У тебя на ноге, я вижу, что у тебя на ноге. Сейчас. Есть. Сбил. Он развалился. Побежали скорее туда. Мы уничтожили механизм первый. Первый наш механизм. Офигеть, как он выглядит. А это его голова. А, это руки. Ну и голова. Тут уже насекомые на нем всякие ползают. А можно его как-то, я не знаю, подразобрать, съесть тут что-нибудь? Походу нельзя. С него ж ничего не вывалилось. Ну ладно.
Мы большие молодцы, мы защитники этого мира. Теперь можно со спокойной душой здесь бегать. Пофиг на враждебных существ. Главное найти грибы и завербовать еще одного трибума. Хочу взять зумбу, короче, и пойти в зимний биом разжигать землю. Посмотрим, снег будет таять, нет? Давай разожжем. Ну-ка. Да, снег тает. Мне же это не кажется? Смотри, поляночка так подрастала. Ну-ка еще разок. Офигеть. Вот это продумана механика игры. Круто. Кстати, надо поесть. Точно. Надо поесть. Набираем еды, братва. И хомячим. О, да, набили желудки. Смотри, какая интересная штука. Подожди, вот это надо отсканировать. Есть. Что вот это вот за... А, это ракушка. Здоровая ракушка. У меня тут гигантский слизнюк есть где-то. Грибы. Это они? Нет, это не те грибы. Ну, в принципе, можно это собрать и тоже потом схомячить. Давай заодно и вот этих отсканим призраков. Вшух! Называется. Эти простыни в виде призраков. Вот эти грибочки тоже соберем. Что-то не могу я найти те грибы, которые нужны для вербовки. Короче, отсканил эту птицу. Хочу почитать, чего она боится вообще. Вушлип зовут птицу. Очень агрессивная. Вушлип. Птицеракс лубрикс. Летающее всеядное существо, отличающееся липкими пластинами на голове и шее. Вушлип пикирует вниз и использует пластины, чтобы собрать пищу, фрукты, небольших животных, а иногда и трибумов. Затем он затаскивает собранное на вершину дерева и пожирает. На случай, если еда имеет возражение, у вушлипа есть два огромных когтя, способных легко ломать кости. Понятно. То есть с ним шутки плохи. Слушай, чудак, может я тебе другие грибы какие-нибудь принесу, а? Нету здесь таких, нету. Знаешь, что я подумал? Я подумал, а что будет, если я подожгу землю возле вот этого чудака? Жопастика. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не поджег? Давай, поджигай землю, ты чё? Вот. Мы подожгли. Он мимо пробегает, но ему пофиг. Вот он сел на жженную землю. Не, как бы, ну им все равно. Опачки, инкубатор нашел. Значит, где-то здесь, возможно, есть яйцо. А вот и кузнецы. Надо бы его отсканить. Кузнец, дай-ка я это сделаю. Он нам даже личинки отложил. Можно их собрать, но что-то как-то не хочется. У нас к тому же есть попрыгай уже один. О, нашел, вот они, те грибочки. Они на воде, оказывается, на льду растут. Вон оно как. Ну и хорошо, что я их нашел. Значит, все, я их достатки собрал. Пришлось долго потрудиться, поискать их. Они прям, смотри, вот тут вот. Вот они, эти грибочки растут водянистые. А тут домик. Прям рядышком был. Эх. Ну что, выходи давай. Подожди, а в смысле? Прикинь, он исчез куда-то. Как это так вышло-то? Он не дождался меня. Ну ё-моё. Ну, тогда у нас ничего не остается, кроме как тоже сбежать. Значит, преодолеваем барьер и бежим. Ну все, мы готовы к побегу. Заряжаем нашу выносливость и мчим дальше. Надеюсь, что и здесь мы тоже найдем требуху. А, подожди. Надо понять, куда нам ближе бежать. Значит, вон до той стелы близко добежать будет. А с той стороны есть что? А с той стороны вообще не пойми где. Там вообще вода. Ясно. Ладно, бежим, значит, к следующей стеле. Быстрее. Ну, хотя как бежать? Мы же колобки. Катимся на нитро, с горини. Привет, бугаи. Как ваши делы? И вот надо вот эту вот штуку инопланетную отсканить и оббежать, чтобы она нас тоже не засосала наверх. Все, мы прибыли. Мы здесь. Трибумы сюда. Чуть одного трибума не засосала наверх. Все, не будем ждать, пока этот цилиндр тут докатится. Давай смотреть, что здесь у нас. Какие у нас тут прекрасные виды. Где-нибудь на... О, пошли-ка сюда. Какие-то постройки тут есть. Может, и трибумы тут тоже валяются. Ну как валяются? Мне бы живеньких найти. Пещера. Чудесно. Так, где там у нас перерабатывальщик? Эу. Ёжики мои. Карапузы. Вот он.
О, нет, только не ты. Только не ты. Чёртова, блин, он стелы разрушил. Я даже не успел здесь. Ух! Бежим. Вот это капец. Только я хотел в пещере посидеть. А, где стела-то была? Рядышком, где-то я ее видел. Она тут неподалеку была. Твою ж налево. Я стелу пропустил. Ладно, бежим к следующим. Еще дальше. Вон она. Главное, чтобы меня молния не шандарахнула. Вполне реально. Я уже наэлектризовался. Ау, ау, я потерял одного. Черт подери. Я одного потерял. Капец. И второго. Я понял. Мне нельзя за пределы залетать. Я понял. Так, спокойно, мы стоим. Мы стоим. Все хорошо. Капец, двоих потерять. Ну как так можно-то было? Причем крутых ребят потерял. С крутыми способностями. Так, ладно. Будем заново набирать. А эти тоже все бегут в разные стороны. Давай, пробегай мимо. Надо быть аккуратнее. Так, фильтр у нас есть? Есть. По-новому все придется собирать. Да отстань от меня! Сумасшедшие тут птицы. Пузанчик, ты где там? Волочится еле-еле. Надо пожрать набрать. А то силы закончились. Беги, Пузаныч, сзади там эти трёххоботовые нас нагоняют. Но мы уже вот-вот, мы рядышком. Мы рядышком. Но мы и наэлектризовались, чертова эта штука. Так, хобот. Давай-ка мы ее отсканим. Зумба, сканируй. Сканируй эту нечисть. Вот. Ой-ой-ой-ой, она сделала нам больно. Не очень хорошо, конечно. Но мы ее зато отсканировали. Так, спокуха. А это кто там такой? Обнаружено новое существо. Какое? Как ты выглядишь? Ого. А что ты такое? Ой, оно кажется опасное. Лучше к нему не подходить. Я потом почитаю, что это такое. Нам бы пожрать. Очень хочу пожрать. А то и здоровья-то нет совсем. Во-во-во, грибочечки. Грибочечки. Что-то я на панике. Совсем забыл, что с этой молнией можно, в принципе, вдоль цилиндра бегать и не париться. Но я от страха побежал, соответственно, огреб. Так, надо пожрать. Парочку грибочков взял. Вот. Сейчас и здоровье восполним. Все, идем дальше. Было бы прикольно увидеть, как этой молнией убивает вот это вот существо. Или летуна. А то все меня, да меня. Бедных трубухумов, блин. Все, мы прибыли. Отключаем электричество. Даже? Мы же отключаем. Но мы не будем ждать. Мы пойдем дальше. Так, надеюсь, что этот столб не сломается. Он выдержит. А я пока еду поищу еще. Еда, еда, ну где же ты? Я вообще на расслабоне, я на чили. Пофиг, что там молнии. Да, все, спокуха. Храм. Мы добрались до храма. Ладно, пойдем. Блин, мы замерзаем. Быстрее в храм. Срочно. Срочно, срочно. Там же было куча шкур. Поскольку у меня нет... О, трибум. Что тебе надо? Пушинки и... Где-то здесь пушинки должны быть. Где эти... Вон там должно быть. Я вижу эти деревья. Спиральные деревья возле них обычно. Вот она. Все будет хорошо. Не паникуем, ребят. То, что мы мерзнем... А, кстати, странно. Вот у меня на хоботе огонек. Он нас как-то согревает или нет? Ну, наверное, согревает, поскольку здоровье у нас не отнимается. Я еще могу, в принципе, землю поджечь, если что. Вот так вот. И нам тепло сразу становится. Ага, гляди-ка. У меня исчез этот значок холода. Все, пойдем вербовать трибума. Трибум! Ты нам нужен. Без тебя никак. О, у тебя как раз и шкура есть. Шикарно. Пошли.
Пошли с нами, дружище. В угли зовут тебя, а я тебя назову Пумба. Пумба. Есть Зумба, теперь есть Пумба. Погнали. Ты с нами, бро. Let's go. Ну куда ты убежал? Значит, я тебе хочу передать следующие способности. У Пумбы будет труба-хобот, янтарь ему. А вот эта вот штука, это, по-моему, тройной хобот делает, да? Я вот не помню. Ну вот, дружище, давай. Съедай вот эти вот штуки. Хобот горн, отлично. Будем шугать всех. И вот янтарь еще хочу съесть. Не помню, что янтарь дает, но сейчас узнаем. Опачки. Третий глаз. Таким глазом трибун может разыскивать любой объект. А, точно, точно. Почему я раньше этим не воспользовался, а? Когда искал грибы для того трибума. Ну, пофиг, ладно. Все приходит по паже. Лучше поздно, чем никогда. А мы направляемся сейчас в храм, и вот я хочу подойти вот к этим деревьям, посмотреть, что это. Поскольку мы его просканировали, какое жуткое растение. Давай почитаем про него. Справочник. Где-то здесь оно должно быть. Вот оно. Называется гаргадрев. Гаргадрев. Очень агрессивное. Хищное плотоядное растение. В отличие от обычных плотоядных растений, он может активно перемещаться с помощью корней. Это внезапное движение ограничено низкой точностью зачаточных механизмов восприятия гаргадрева. Он также умеет захватывать добычу в свой ковш-мешок, где оно медленно переваривается. Ну, ясно теперь, что это такое. Подальше от них лучше держаться. А мы направляемся теперь вот сюда. Что это за сердцебиение такое странное? А, это поисковик у меня так работает. Надо его отключить. Я не хочу искать ничего пока. Но буду иметь в виду. О, токсины. Там токсины. Нам здесь понадобится колобок. Спускаемся вниз. Посмотрим, что там у нас. Опа. Даже грибы есть. Все, мы внизу. Слушай, ну здесь вообще ничего. Я пробежался, тут пустая тень. Добежал до следующих грибов. Сейчас они нам помогут выбраться. И мы зайдем в храм. Да нет, тут не сюда, вот сюда. Блин, знаешь, что обидно? Я потерял... Ну, колобка-то я не потерял. Это мой первый эволюционный трибум. А потерял воздушного шарика, который надувается и может летать. Где здесь вход-то? Кто здесь? А, это ты. А, во... Вход... Вон он, нашел, наконец-то. Ну, здравствуй. Здесь должен быть старейшина трибум, который обучит нас чему-то новому. И кто же здесь? О, механизмы какие-то. Вот что это место было неуютным для трибума. Здесь чувствовалось отчаяние. Ощущались отголоски кошмарных, печальных событий, произошедших очень-очень давно. Но вот эту вот штуку я хочу забрать. Так, подожди. Но... Блин, у меня там эти способности перерабатываются. Вот это вот мы, значит, вот сюда все. Ай, это что, картошка? Семя водного растения. Тогда это сюда. Сейчас выберу другого трибума. А, вот она, эта штука. Сейчас я ее заберу. Съедим грибочки. Забираем. И, конечно же, пыльцу. Алмазную пыльцу. 27 пыльцы. Если был бы перерабатывальщик, то был бы вообще... А погоди, вот этот орган, который я подобрал, он не превращает нас в перерабатывающих? Орган языкохватика. Этот орган является важнейшим для развития полиморфного языкосферума из лизошара в языкохвата. В фазе языкохвата он служит желудком, при этом активно преобразует определенные субстанции, что позволяет существу накапливать концентрированную кислоту. То есть мы можем вот таким вот стать, что ли? Или как? Или что это? Ладно, допустим. Потом мы, когда трибума найдем... А подожди, это тело получается же, да? Да, это тело. Тело мы у кого-нибудь меняли? Ну, вроде как да, у этого пушистое тело. Ну ладно. Что нам нужно тут сделать? Давай разберемся. Вначале пыльцу всю соберем, а потом будем разбираться, да? Вначале деньги. Деньги, деньги, денюшки. Вот я вижу колпак, который что-то накрывает. Нам что-то нужно сделать. О, дерево ходит. Подходит. Ты идешь к нам? По всей видимости, мне нужно тебя накрыть колпаком, да?
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, ребята, отходите от этой дичи. Что-то непонятно, какая-то фигня. Она еще и плюется, ё-моё. Дружище, ты как? Ты как? Нет, ну ты не должен сдохнуть. Капец. Я не хочу на это смотреть. Ребята, убегайте оттуда, убегайте. Так, походу мне нужно все-таки мутировать. Не зря же здесь этот орган есть. Значит, давай будешь ты мутировать, Пумба. Так, съедаю. Жалко, конечно, что у меня сейчас шубка исчезнет. Но что поделать. Итак, мы мутировали. Комбинатор. Мутация комбинатор позволяет Трибуму сочетать ингредиенты, создавая наступительные снаряды, которыми можно стрелять во врагов. Попробуйте разные ингредиенты, чтобы получить различные по типу и силе снаряды. Отлично. Трибумам казалось, что было что-то странное в этом новом теле. Оно было сильным, но при этом пугало. Теперь они могли смешивать ингредиенты, чтобы создавать снаряды и атаковать других существ. Это же круто. Эта новая способность могла оказаться необходимой для выживания, но использовать ее нужно было осторожно, чтобы не сравниться в жестокости со слугами Цилиндра. Ну что, я предлагаю, значит, попробовать вот этого для снарядов. У нас там что-то мутирует, и я вроде как получил снаряд. Ну давай попробуем. Ого! Ого, вот это снарядик. Неплохо. Ё-моё! Ребят, бегите от него. Так, что еще бы взять? Берем вот несколько штук вот таких вот, и растения, да, есть? Вот еще есть растения какие-то, давай их возьмем. Так, можем скомбинировать. Отлично. Тут еще вода есть. Прикольно. Итак, у нас снаряды готовы. А может быть сюда пульнуть? Сейчас, подожди. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Как-то он странно взорвался. О, все, мы прибили его. Нифига себе. Мы его прибили. И он исчез. А сюда-то что? Сюда, наверное, сферу какую-то тоже надо положить. Там рисунок есть, но непонятный какой-то. Может быть, вешенку эту? Грибочек? А грибочек-то можно съесть. Ну что, ладно, давай ешь. Тебе все достается. Посмотрим, что за мутация. Опа. Ноги с присосками. Что, я по стенке теперь могу ползать, что ли? Короче, могу теперь переключать способности, смотри. Ноги-присоски, либо хобот. Ладно, я включаю ноги-присоски. И чё теперь? Я не могу двинуться вообще никуда. Отпусти. Странно. Я вообще двигаться не могу, когда они присасывают. И зачем это сделано? Видимо, чтобы меня всякие летающие твари не могли схватить и поднять в воздух. Ну хорошо, но в любом случае мне нужно понять, что же сюда-то нужно. А, на рисунке нарисован трибум. Трибум. Типа принести в жертву, что ли, кого-то, или как? Короче, тут есть гриб, я могу на него запрыгнуть и куда-то вот сюда вот попасть. Теперь понятно, для чего присоски. Все ясно стало. Присасываемся. Смотри, как присосался-то мощно. Сейчас мы залезем наверх и там разберемся. Че почем. И что делать вообще надо? Еще чуть-чуть. И надо бы сейчас присоски отключать. Отключаем. Ага. Так, вот я встаю сюда. Активировали. И что нам это даст? Встать теперь сюда нужно? Колобок, ты где там? Иди сюда. У тебя такая способность не очень важная, если что. Хотя у него фильтр есть. Нет, кого бы. Ладно, Колобок, давай ты у нас главарь. Придется тебе сейчас удуваться. Иди сюда, если что случится, то... Ну, будет жалко, конечно, ну ладно. А, карту открыли. Цель. Не удалось получить полезную информацию из памяти трибумов. Но тут написано то, что нам голос сообщал в голове. А целей-то как бы и нету. Но зато карта открылась. Ладно, допустим. Это хорошо. Можем теперь отсюда выходить. Будем сейчас бомбить всех в округе. У нас теперь есть снаряды, ё-моё. Нам, конечно, голос говорил, что не нужно превращаться в слуги Цилиндра и бомбить всех подряд. Но что поделать? Мир жесток. Не зря я тебя Пумба Пумбой назвал. Будем сейчас снаряды делать.
и вандал птицу летающую бомбанем. Может, я у нее способности смогу стырить летающий. Хотя не, навряд ли. Так, значит, снарядик готов. И сейчас давай спустишься, нет? Ну давай, спустись. Ты же хочешь нас съесть. Ладно, фиг с ней, с этой птицей. Я уверен, что я в нее все равно не попаду. Так что наплевать. О-о-о, домик. Мы там были или нет? Пойдем-ка сходим. Да, походу мы здесь были. Мы забрали три бума. Пойдем-ка шандарахнем снарядом вот эту удивительную птичку. Получай! Мы ее бомбанули, но что-то как-то... Она испугалась. Она испугалась и убежала. А бомбочка-то была токсичная. Ну что, я думаю, что на этом стоит закруглиться уже. Я думаю, что ты знаешь, что нужно делать. Обязательно поставьте лайк под этим видео, если ты хочешь увидеть продолжение. И подписаться, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. А на этом все. Спасибо, что смотрел. Увидимся и услышимся в следующем ролике.